посмотрим, что Медведев сейчас в чужой зоне Новокузнечане. Наброс на ворота, и Волокин в игру вступает. Захаров на синюю линию. Еще наброс. Активно обе команды начали. И уже и Хашин, член Новокузнечан. Сейчас момент был у Медведя. Бросок спасает Волокин. Еще раз смотрим момент кузнецких Медведей. Егор Иванов бросал и... К воротам Филиков, но не получилось. Здесь хороший силовой Захарова. Продолжается борьба за шайбу. И Волохин играет клюшкой. Продолжают кузнецкие медведи пытаться шайбой завладеть. Белов наброс. Хотел шайбу из зоны выбросить. Щеглов бросок. И здесь Ковязин уже, но Волохин успел шайбу накрыть. Небольшая. Дал кучка перед воротами новокузнецкой команды. Щеглов, смотрите, какой бросок. Без подготовки, неудобно, из-под себя бросал. Но, тем не менее, для Волохина он хорош на стороне трибунок. Давно уже подумать, только 5 лет назад. Бросок и рикошет. Волохин сейчас и выбрасывает шайбу из зоны. Кузнецкий видит в полном. О, передача на синий. Петров убирает соперника. Бросок Петрова отбил перед собой. Пол приема. А вот здесь, конечно, здорово убирает Петров соперника и бросает, но кистер двое на нем. А вот здесь бросок. И отбивает шайбу перед собой Волохин. Минута пошла. Медведи в атаке. Точилкин на синюю. Бросок оттуда. Нет, не точно. И 2 в 2 атака, но с догоняющими. Давит Калашников. Вроде так просто, но тем не менее. Наброс на ворота есть. Пискунов. Последние секунды. Анов. Рванов входит в зону, бросает, шайба попадает в лицевой борт. Филич наброс, тут получен, шайбу забирает. Здесь важный выброс. И вот здесь Кирилл Иванов может сейчас. Бросок, да, бросок состоялся, но... А, в регулярке были лучшими на Востоке. Но и Мамонты не дают пока расставиться. На синюю линию наброс, и Волохин ловит. Меньше 40 секунд остается у Медведя. Вот передача. Вот момент. Вот бросок. И Волохин спасает. Отличный момент у кузнецких Медведей. Точилкин здорово покатил на открывшегося партнера. Был вариант, наверное, еще и на дальнюю отдавать. Медведи. Вот передача. Вот момент. Позиция была убойная. Медведи выиграли вбрасывание. Это возможность сохранить шайбу в чужой зоне, продолжать атаку. Вот момент, и бросок, снова Калашников на острие. Как же не забивать? Щеглов увидел, что катят на него двое сразу, и это... Не успеют уже. Игра продолжается в равных составах. Но, конечно, совершенно исправила ситуацию. Егор Иванов, подкидка, Горжелецкий. И... Ковязин. Удаление будет, жесткое столкновение со штангой и... По-моему, получает повреждение Иван Ковязин. Жесткое столкновение, спровоцированное нарушением правил со стороны Мифтяева. Надеюсь, что все будет в порядке. Еще раз смотрим. Ух, коньками в Волохина влетел. Еще раз смотрим. Да. Розыгрыш. Сейчас нет совсем. Егор Иванов. Вот вроде встали в чужой зоне. Вот вроде шайба задвигалась. Бросок Волохина. Еще набросу. И момент у Егора Иванова. Шайба. Сухачев. Хороший пас на Петрова. Петров бросает. Волохин отбил. Щеглов. И вот есть бросок. Опасно, Волохин. Хорошо с подсказами сейчас сработали Мамонты. А вот момент у Медведей. Бросок, добивание не получилось. И у Волохин. Вот бросок. И есть бросок. Снова Волохин шайбу не фиксирует. Вот бросок. И на себя ханты-мансийцы. Еще классный пас. Где бросок? Шайба мимо идет. Ковязин здорово качнул соперника. Еще раз смотрим момент с броском. Но здесь, чем, наверное, был бы просмотр на помеху. Горжелецкий нашел передачи вот такого, который был нацелен. Медведи забрали шайбу, пошли в чужую зону. Вошли, бросили. Волохин отбил за ворота. Захарова тут
на свободного Германа. Беспрозванно. Обратная передача. Растащили оборону соперника кузнецкие медведи, а вот эта передача непонятная. Бросок. Отбивает Володь. Пошел в чужую, но вошел. Его встретили. И до Володькина шайба доходит. Момент. Питер Грожелецкий пропускает. А зачем пропускает, непонятно. А вот сейчас кто первый на шайбе? Грожелецкий бросил. И Володькин отбил. Еще бросок Грожелецкого. Подстав. Хороший пас. И что это? Это мы еще раз смотрим. Скрутил Ковязина. Не удается пока раздергивать оборону югорчан кузнецким медведем. Точилкин. Вот сейчас перемещение пошло. Бросок. Опаснейший бросок. Но шайба не в воротах. Снова Точилкин. Без прозванных. Будет бросать. И есть бросок. Мимо. Отскок Пискунов не поймал на клюв. Синюю линию. Еще 30 секунд. Уставшие хоккеисты в тройке у гостей. Бросок. Волохин отбил. Еще момент. Волохин шайбу не фиксирует. А вот теперь остановка нужна. Да, арбитр ее дает. Вбрасывает. Ускоряется. Волохин играет на выходе.